Пробивайте, пинайте, калите и стреляйте, пробиваясь сквозь армии сверхдержав, пока вы совершенствуете свои способности телепорта. Ну, это, во-первых. Нет, кстати, перевод правильный. Любопытно. Хотя, давайте я в двух словах о данной игре. Оптимизация нахрен отсутствует. Идет перегрузка видеокарты, плюс игра жутко лагает. И долго грузится. Знаете, вот такое вот демо. Знаете, я вот еще раз повторюсь, я буду много раз повторяться. Разработчик, запускай игры, которые вам делают. А хотя, да, не разработчик, а, наверное, начальник или начальника. Ну, в общем-то, короче, еще одна игра под слонгом абзац. Сейчас я вам перемотаю немножечко. Это вот можете посмотреть, к примеру, нагрузочку, которую она дает. Очень весело. И нагрузочка потом шкипидарит так, что мама не горюй. Я сразу игру вырубил. Знаете, в интернете достаточное количество игр, чтобы такое вот Г отсеивать. Вам тоже рекомендую, если запускаете любую демоверсию, сразу проверяйте нагрев видеокарты. И ее загрузку тоже.